мелкая щеточка кварцевая. А здесь животка кварца. Ну, тоже мелочь там. Вау. Блин, какой. Какой блин. Красивый. Отвал он в Африке, отвал. Тут, по-моему, уже на несколько раз все прочищено. Ну вот тут гематитик. Красота в лесу. Там вон корни повалены какие-то, так посмотреть. Хотя вряд ли тут что-то будет. Да нет, тут болото, поэтому сложно.
Ну, выдалось вот пара часиков свободного времени поцарапаться в отвале. Ну, все изрыто не вручную. Вот здесь, вот на этом месте, зимой я дошел, костерчик развел, часа через два пару камней отвалил, там хорошая друза кварца была. Ничего, тут все уже. Кусочек кварца, друзка небольшая. Несколько кристаллов здесь, да. Вот здесь щеточка. Мыть надо. Там тоже маленькие кристальчики. Вот, вот такие вот друзы были. Фантом гематит, кварц. Ой. Солнышко-то заходит. Вот с этой стороны видно хорошо кварц. Гематит покрыл, а потом прозрачный кварц снова. И вот такую друзку найти, хотя бы вот такой величины кристаллы. Больше я не видел, меньше находил. Симпатюля получается. Конечно, кто тут в отвале такую красоту оставит? Никто. Никто, никто. Ну вот здесь вот. Тоже кварчик, кристаллы.
Вот надо, ну, несколько нашел таких не очень. Ну, вот тоже щеточка маленькая уж очень. Ну вот, глина засохла. Вот здесь вот видно кристалльчики маленькие. Ее отмочить надо. И нормально должно быть. Посмотрим дома. Опа-на. Щеточка, наверное, с гематитом. Еще одна маленькая. Если кристалл проблескивает, то мыть надо. Ну все, хватит.